Мы делаем фильм под названием «Лучшие места не в партере». А он вообще о хоровой культуре, о том, как здорово петь в хоре, о том, насколько это недооценено. Ну, мы впрямую об этом не говорим, мы просто хотим показать таким образом, чтобы людям хотелось, чтобы им стало интересно это. Суть в том, что мы следим с самого начала, с момента начала разучивания произведения и до, вот сейчас до премьеры, до большого концерта в Малом зале, и показываем все этапы, как произведение разучивается, как оно встает в хоре, как оно начинает звучать, как оно начинает приближаться к замыслу композитора. И вот сегодня у нас самый важный день. Мы, собственно, хор предстает перед публикой, и мы увидим всю проделанную работу.